Кубок Кремля по армейскому рукопашному бою среди юношей 16-17 лет. Девиз армейского рукопашного боя: армейский рукопашный бой — самый рукопашный бой в мире. Данная уникальная боевая система появилась в 79 году, город Каунас, где проводился первый чемпионат воздушно-десантных войск Советского Союза. Благодаря легендарному командующему ВДВ техника. Бросок без отрыва ног — 1 очко. С отрывом ног — 2 очка. С большой амплитудой по скорости выполненный бросок оценивается в 3 балла. В бою со счетом 2-1 победу одержал спортсмен
с красным поясом Мальцев Никита. Первый разряд, Костромская область. Общий счет 2-0 в пользу Костромской области.